В третье воскресенье июня орловские медики отметят профессиональный праздник. Этот день объединяет всех тех, кто заботится о нашем здоровье и спасает жизни людей. Многие представители сферы здравоохранения встретят его на работе. Поздравления своим коллегам адресовал руководитель профильного департамента области Иван Залогин. Хочу сказать вам огромное спасибо, выразить вам искреннюю признательность за ваш труд. Мы сейчас живем в непростое время, в период пандемии. И в это сложное время как раз и проявляются все положительные качества, которые никогда бы не проявились в обычной жизни, в спокойное время. И я горд, что я работаю в Орловской области, что я возглавляю департамент здравоохранения Орловской области и что я работаю с вами.